Приветствую вас, ребята. Сегодня у нас закрытие уже сезон щуки. Едем снова по знакомым уже всем местам. Есть какая-то старая колея. Ни хрена не едет, тут что-то у нас тут. Никто тут не ездил. Вчера уже какая-то тропинка была, или это самки кто-то тянул. Ничего не ездит. Ребят. Вообще по тропинке или вообще никуда, может, съехали? Может, надо правее, смотри, это люди ходили, смотри, может, тебе надо вылезти сюда? Свернули с колеи мы, наверное, Леха. Тут колеи нету, Саня. Нету? Нет. Ну вот там покрепче, наверное, где трава растет. Сегодня, походу, блин, у нее конкретная. Конкретный тест-драйв. Надо сейчас принести остатки вещей. Ну, вообще красиво, конечно, к вечеру. Погодка просто вообще шикарная. Нет, ну однозначно душевно, согласись. Конечно. После такой суеты, такая погодка, это как подарок, да, Алексей? Ну да. Идет, что тут у нас происходит. Надо что-то приготовить, покушать. Угу. Смотри, как горит красиво. Вот тут у нас будет еще костер, но это будет попозже. Ты что, тренируешься по скоростному сопротивлению лунок? Если целые конкурсы проходят, Леха, кто больше за минуту лунок освержит, не хочешь поучаствовать? А нет, это я уже. Это я уже так, готовлюсь щуку выбуривать, да? Эх! Да. А погодка-то поменялась. Ну, небольшой. Это ерунда. Ладно, сейчас пока что будем немножечко кушать, готовить, потом включусь. Ну вот, решили перекусить. В этот раз решил взять вот такие вот куриные наггетсы. Ну, думаю, будет пушка. Пушка-гонка на свежем воздухе. Короче, кусковое филе и панировочка. Ну, не знаю, как думаешь, годно? Ну, хорошо. Тут у нас уже потихонечку костерок распаливается. В общем, можно ставить это на стол, а я делаю главное блюдо сегодняшнего вечера, если сейчас буду делать. Так, что тут? Что тут? Пока. Так, ставь какой-нибудь кирпичик, куда ставим? А? Куда ставим? На столик. Думаешь, пойдет? Ну хорошо, ловлю на слове. Ладно, держи наггетсы, ставь их куда-нибудь, а я пойду сейчас делать другое блюдо, окей? Поставь их там покрасивее, потом уже покажу всю общую картину. Ты замерзла, что-то на них? Наггетсы? Да, ничего с ними не будет, я подогрею потом. Сейчас просто разгорится и будет потом. Хорошо. Ладно. А что я буду делать еще, сейчас покажу. Ну, а еще вот так. Свежая пицца готовится на углях. Ну, что-то захотелось такого особенного. Так. Опа. О, сейчас она обжарится румяненько. И будет волшебство.
безумно хорошо. Леха, тебе загорится он сегодня? Должен, по идее. Это хорошо. Ну, давай. Колдуй потихонечку, колдуй. Ну, что там получается? А примени газовую горелочку. Подожди, пока не надо. Разгорается. Сыроватое все, честно. Нужно схватиться тоже, чтобы дров поменьше полить надо. Ну да. И бы подхватиться маленько. Потом... Ладно, пойду пиццу смотреть. Все, когда будет готово, я сниму. Хорошо, давай. Вот так вот. Вот так вот. Опа! Алексей, а процесс потихонечку идет. В общем, это что? Это сделаем на завтра, угольки останутся, так? Ну, вот сейчас пойдем кушать. Наггетсы мы немножко попробовали. Ну, честно скажу, штука классная. Так. Пакет с вот этот убери, наверное. Ну, уберу. Это пакетик с под мангала. А тут у нас вот такая вот картина. Наблюдается вот такой вот стол, подача. Покажи, как правильно кушать наггетс. Туда. Соуса. Правильно. Покажи, как правильно кушать наггетс людям, а то не знают. Не, я думаю, тут сожрать захочется, поймут-то. Сырок расплавился, пицца подрумянилась. Ну-ка. О, то есть не сгорела, подрумянилась. Ладно, короче, давай сожрать сами. Да, короче, приятного аппетита. Все, ну, нормально? Угу. Ну, хорошо, приятного аппетита тогда. А пиццу попробуй, кусочек. Вот наггетсы, пиццу я хочу снять. Просто отломай-ка кусочек. Такую пиццу по-любому не ел. На копченом можжевельнике. Ну как, нормально? Можешь соуса добавить немного. Я понял. Короче, ну... тонких ноток не присутствует, как тогда в том чае, да? Вот ты просто понимаешь, пока мы ходили, может быть, тут ходили лисы? Не присутствуют тонкие нотки лисьей мочи в этот раз? Знаешь, что-то она ломается. Ну? О, бля. Нормально. Костерок. Да, костерок. Такой вот тентик вообще летом, это просто красота. Ну, это мы сделали так, по-ленивому. В следующий раз будет более продумано. Короче, ладно, что-то я много снимаю, я тоже хочу это покушать, определенно. Ладно, потому ваше здоровье. Дыщ! Всем приятного аппетита. Ну, сильно не обижайтесь, камера моя вкус передает. Все знают это, потому прерываюсь на вечерний ужин. Всем доброе утро. 8 часов. Выпал снежочек такой. Пойдем проверять сейчас жерлицы. Тент наш за ночь сорвало. Только что его недавно закрепили. Ну что, Леха, флаги видны? Видны, но там ничего нет. Давай, все... выключай. Давай, помоги. Давай, ладно. Ух, ребята, первые утренние проверки. Есть два загара. Вот один, если будет видно. Вот. Волнительно. На этом озере есть очень хорошие экземпляры.
отмотало полностью. Еще никто не знает. Еще никто и не видит, что флажочек горит, а он горит. И, кстати, в том месте, где у меня здорового карася было с ладошку, слышишь, погрызла Леха. Может быть, это она? Леха, еще один подъем там, по-моему. Три подъема, да. Слушай, а это, между прочим, хорошая новость, Леха. Три подъемчика. Ох. Ты вагорик взял? Да. А, хорошо. Ох, волнительно. Ночью только лис приходил к нам в лагерь. Три подъемчика. Причем тот, который переставляли, Леха. Доставляли. Ну же, сердце рыбака начинает биться. Какой-то лис ходил, смотри. Или кто это? Это наша. А, это наша лис. Ну, пустая, не пустая. Ну же. Сань, дай мне палочку. А, клюнуло давно уже. Ну что тут с лисой? А, плохо. Уже просто. Не размотало. Нету? Наверное, нету. Ладно, прекращаем съемку. Ну покажи, что он шипцом-то хоть. Бросила. Сейчас можно просто ветер. Во-первых, мне надо ее увидеть, для того, чтобы понять, какая она. Там голова не улазит. Съемка начни. Начато. Сейчас поставлю. Лёха. Сюда поставлю. Лёха, мы это заслужили бы завтра весь сезон. Так, балконик. Надо подснять, там идет съемка. Я видел, вижу дюбку. Тихо. Идет съемочка. Все, ты направим. Тихо. Подними. Надо ее развернуть, головой в лунку. Тут маман, я тебе говорю. Я вижу ее. Я смотрю, где твой крючок. Вот, давай. Так, тихо. Надо сейчас засовывать руку. Вот так придержи, на багре, она на багре. Сейчас я разденусь. Главное, не спеши. Леха, это трофей, братан. Это трофей. Главное, не муцукайся в камеру. Мы же люди приличные, контент приличный. Хо-хо-хо-хо-хо. Азартно, как думаешь? Да, голова такая. Ну и вот. И вот. Тише, дай-ка. Ты понял? Так. Приподними мне флиску. Ну давай, я сейчас пытаюсь. Тихо. Не-не-не. Чё? Встала поперёк. Ещё я вроде забодрил нормально. Поперёк стоит, да. Я держу, держу. Она стоит у меня как девочка, послушная на крюке. Мне надо её дзюбку направить. Ага. Попробуем вот так вот. Вот я завернул. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, пошло. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай. Леха! Леха, ну-ка, ну ёпарасоте! Я тебя поздравляю! Вот это, мать его, глоед! Охо-хо! Есть! Рекорд побит! Давай пять! Е! Так, момент истины. Сколько завесил данный экземпляр? Сделал свою ставочку. Я думаю, килограмм 5. 5. 7 почти. Подожди.
5600, на свет встань, 5660. Я же сказал под шестерку. Ну-ка возьми, красиво покажи. Видео? Конечно, конечно, видео. Я считаю, такая красавица заслуживает видеосессии, да? Почти шестерочка. Ну, возьми в ручки, возьми. Ну, Леха, я тебя поздравляю, братан. Вот это я уже понимаю, экземплярчик, да? Принимай мои, как бы, наилучшие поздравления. Давай, сейчас спрячемся. Да. Ну-ка, покажись вот так. О, хорошо. Встань. Ой. Все, замечательно. Ну вот, очередная поклевочка, пустая катушка. Что тут у нас будет? Не хочешь ли поднять? Ну что, бросила? Хорошо размотала, пока не чувствую. Да, все. Сколько ну так, слышишь? Фокусы тут такие, да? Ага. Вот, очередная поклевка. Ну, надеюсь, тут-то такого... И тут, походу, фиг. Нет натяга, да? Ну, что ты будешь делать-то? Ладно. Ну это праздник какой-то, еще поклевка. Пойдет. Алексей, принимайте поздравления. Третья сегодня. Я думаю, что этот бесклевик когда-нибудь должно было закончиться, согласен? Должны же мы были немножко нарваться на рыбалочку. Ладно, продолжаем. Продолжаем дальше. Ну, короче, рыбалка рыбалкой. А обед все-таки по расписанию. Вот такой вот обед. Картошечка. Пирончиком. И лучком. Жарится. Леха пытается поймать красноперку. Я готовлю кушать. Такой у нас уже пока есть улов. Щучка на 5650. Ну и пару таких тоже достали щупочку. Ребята, чтоб лисы не пришли. Будет костерок вечером. Там палаточка. И сохнут спальнички. Красота. Такая погодка шикарная. Просто. Просто бомба. Настроение вообще замечательное. Вот оно. Приобретение. Trump Rock 3W2. И спальничек. Честно, не мог уснуть. Было сегодня жарко. Вообще ужасно. О, Норч. А вот Лёхин спальник. Тоже хвалит довольно-таки. Сушим просто от конденсата. Вот так вот. Наверное, поклевывает. Ну, короче, и готово. Брызнем все это сейчас немножко еще лимонным соком. И позовем нашего Леху. Вот так вот. Вот так. Будет, думаю, неплохо. Вот так вот. Отошли на 2 минуты. А тут еще вроде клевало. Ну, доставай. Опа! О, такого отличного размера живец. Ладно. Что ты, Леха, говоришь? Станем. Оп. Ну что?
Есть или нету? Тюка, не спеши, не спеши, не спеши. Желательно без мата. Ух ты. Ну, нормально. Она в камыши завела, но я резко провел. Ну, все равно съедобная щучка, да? Но. Ну, отлично. Четвертая? На окушка. На окушка, да? На маленького такого. Но. Ну, как бы не сказать, что большая, но в зачете. Это радует. Ладно. Ну, продолжаем, как говорится, да? О, четвертая. Слушай, а что это тут такое за оружие? Что ты придумал такое, а? Что ты мне тут такие за фокусы? Гарпун. Гарпун. Значит, вот оно что. Эксперименты промышляем. Ладно, а тем не менее четвертый щупачок. И это уже радует. И это уже реально радует. Ну ладно, прерываемся. Ну что там? А, сука, зацепилась. Рядышком? Нет, тут далеко зашла она. Далеко зашла? Но. Бьется? Не слышу, что билось, но... Сначала билось? Не выходит? Нет. Надо высверливать, да? Да. Давай пока оставим и пошли остальные проверим. Ну давай оставим, хорошо, потом покажем, что там было. А вот и вышла пятая. Да, и щука идет на свежую воду. Пятая. Замечательно. Ладно. Прекращаем пока. Ну что, очередная поклевка. Не тяни, пока идет. Что? Давай, 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 давай. Ты не спеши, не спеши, не спеши. Тихо, тихо, тихо. Не дери. На короткие ветры. Спеши. О, ё-моё! Вот это подъязок, Алексей, давай пять! Вот так вот! Ну, ребята, ну я не знаю, что тут сказать. Ха. Трёшка, а? Да! Ладно, это просто какое-то волшебство. Алексей, так сколько мы щучек этих отпустили в этом году? Сколько мы с тобой болтов словили, все-таки, я считаю, мы заслужили, да? 4 марта, такой вот день замечательный. Ну, с чем я тебя поздравляю, по сути. Хорошая рыбалка и настроение. Ладно, ну вообще шикарно. Короче, второй денек. Распалили костер вот такой вот. Сейчас будем делать шашлычок. Ветер вообще обалдеть. Но все горит. Довольно-таки ярко горит. Ха. Давай, кстати, покажем, что мы сегодня наковыряли-то. Ух, жарко, кстати. Покажи улов. С таким штормом, с ветром. Обалдеть. Да, конечно, тут что тут сказать. Уже 7 щук. На дерево. А здесь вот такая вот атмосфера. И это будет шашлык. Ух! Нет, ну погода все-таки магическая. Ну вот, так, Леха, неси макарончики, а именно их мы будем кушать. Макарончики, сваренные наггетсы, сейчас зальем наш соус. А соус заключается лук и сливочно-чесночный соус, вот такой. О, хорошо. Тащи макарошки, будем заливать, Леха. Одевай себе перчаточки. И уже буду ждать углей для шашлыка. Да, атмосфера по кайфу. Сейчас сделаем мяско, поужинаем. И можно спать ложиться. И ждать завтрашних новых приключений. Погода, конечно, сегодня, да. У меня уже носок, считай, сухой. Кстати, термоноски Норфин, вообще тема. Саня, спасибо. Показал такие носочки. Покажи. Вот смотри, Норфины.
Вообще тема-тема. Ножка постоянно сухая, комфортная. Не реклама абсолютно, нарфинами ничего не платят. Как-то так. Ну, всем доброе утро. Такой у нас второй денечек. Догорают остатки костра. Всю ночь тлел, кстати. Заворошил вот так немножечко снежком. Ну и греем завтрак. Там Леха говорит, уже одна поклевочка есть. Не знаем, что там есть, что там нет. Вчера так наелись, напились, даже шашлык не залез. Ну, придется доедать сегодня. Но в целом с утреца выглядит он очень-таки презентабельно. Вообще, какие ожидания от второго дня рыбалки? Как ты думаешь? Смотрим. Удивился вчерашний день, скажи честно. Вот комментарий свой. Да. Да, я тоже думаю. Два таких экземпляра было добыто хороших. Они вроде бы здесь, да? Ага. Здесь же вроде бы. Да, давай, надо переложить. Ну, давай, переложим. Ого-го-го-го. Сколько вот эта вот вторая, как ты думаешь? Ну-ка, покажи полено. Ну да, тоже такая под трешечку, да? Ну, взвешиваем потом, конечно. Вот в этой, конечно же, 5600. 5650. Достойно, достойно. Семь штучек, я правильно считал? Ну а с 9 числа уже действует запрет на щуку. Все, нельзя. Пускай не рестится спокойно. Ну, в принципе, неплохо. Даже уже на таком этапе. Щука с санки. Эц. Красота. Вот такой быстрый перекусик. Разогретый. Леха, приятного аппетита. Налить тебе? Без алкоголя пиво, пивасик. Ну, подожди, хочу поесть потом. Ну, хорошо. Я, в общем, попробуй шашлычок, ты что, не попробовал? Нормалек? Хорошо. Так, опа. Придержи, пожалуйста, я хочу открытие. Придержи. Да что ты? Что-то не то. Неправильные крышки пошли. Ладно. Возьми там телефон, выключи, вилка под холоднее. Подковырнул. Ну а пока так, ладно. Ваше здоровье. Дыщ. Да, надо подковырнуть нормально, это не дело. Ладно. Короче, кулинарная пауза. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Кто не кушает, накладывайте. Накладывайте кушать, заваривайте вкусный горячий чай или кофе. Ну, у нас кулинарная пауза. Вот чудо. Поднимаю флажок, флажок не сработанный. Начинаю тянуть, щука сидит. Вот это чудо. Бывает же такое, да, Алексей? Мистика. Ну, вот второй день, первый щупачок. Ну, третья поклевка. А вон еще, кстати. Приближу еще поклевочкой. Посмотрим. Ну так еще зачетный, еще съедобный щупачок. По сути. Мне кажется, даже не заел особо. Ладно. Так, очередная поклевочка. Ну что? Ну, есть. Спеши, хорошая. Ух ты, бля, спеши, не спеши, не спеши. Спеши. Тут и живец стоял, ты помнишь какой? Уставшая. Багор надо? Не знаю. А что, хоть на товарищ не спеши? Давай. Окунь стоял такой конкретный. Ну, набор не надо, ну, все-таки
Все-таки еще парик снова есть. Восьмой. Ну ладно, хорошо. Как-то эта щучка не сильно больше этого окуня. Ну как-то да. Это 5-метровочка. Ну и ладно. Такой вот заливчик. Красивый. И там еще один флажочек поднятый. Очередная щучка. Еле выдрали. Честно говоря, вот такую уже я бы щучку отпустил бы. Но, увы. Они заглатывают все. Просто безумно. Пришлось еще одну маленькую забрать. Ну ладно. Щука начала жироваться. Ловить ее уже все, в принципе, практически нельзя. С 9 числа действует запрет. Ну, я считаю, мы свою дозу адреналина хапнули. Еще стоит с десяток поставков. Надо проверить. Может, там еще что будет. Ну, а пока продолжается рыбалочка. Такой вот снежок идет. Поднавалило снега, конечно. Леха думал, как будем выезжать. Я думаю, легко и с музыкой. Ладно, собираю щучку, ложу сам. Ну, наш праздник продолжается. Так. Бросила? Бросила. Ну, ладно. Покидаем мы место. Оставляем после себя, как всегда, вот такую вот чистоту. Абсолютно идеальную. Столько вот вещей. У меня еще рюкзак в плечах. Ну и будем двигаться к машине. Чуть позже прощальная фотосессия. И сезон на щуку, в принципе, закрыт. Что, ребята, хочется подвести итог. Рыбалка завершилась на такой прекрасной ноте. Пытаемся выбираться снова отсюда. 2 дня пролетели вообще незаметно. Тяжело надалась эта рыбалка по разным причинам. Экстремальная была погодка. И ветер был такой, и снег был. Ну, все-таки все равно считаю, что достойно закрыли. Отловились. Вообще считаю, что эта рыбалка претендует на лучшую по щуке в этом году. Так оно и есть. Добыто 2 трофея. Точнее, щука на 5640. Вторую я уже не взвешивал, но поверьте на слово, я не обманываю. Вторая щука завесила 3400 с копеечками. Вот. Ну и так. В общем-то, ух. Как, кстати, дорога? Так, очень плохо. Очень плохо, но мы едем. Ну, а поэтому, в общем-то, я желаю счастья, добра вам, вашим близким. Если смотрите это видео, не поленитесь, поставьте лайк. Оставьте положительный комментарий, если вам не трудно. Ну, а мы ненадолго прощаемся. До новых встреч. Сейчас самое интересное. А, ну да, прощаемся. Сейчас самое интересное это канаву-то проедем и не проедем. Ну, проедем, не проедем, надеюсь, проедем. Нет, ну как это? Пип? Не проехали. Это канава была? Оп-оп-оп-оп-оп. Нифига себе. Посмотрим. Фига тут снега. Концовка, еще не концовка. Тут надо, наверное, тебе будет сейчас отъехать. Я отойду с разгончику, а? Это канавка, да? Да. Тут надо с разгончик убрать. А приключения-то продолжаются. Ё-моё! Вот это да! Ох! Вы посмотрите вот на это. А я тут на пузатёрке гоняю. Ой, блин. И вода поперла.
Вот это да. Да, я думаю, Дастер вот здесь не проехал. Ай. Потому еще раз говорю, всех благ вам, вашим близким. Самое главное, крепкого здоровья. Берегите себя и тех, кто вас рядом окружает. Это сейчас очень важно, быть вместе. Да и всегда. Относиться с любовью к природе. И она вас благодарит, так же, как и нас. Все, до скорых встреч.